Всем привет! С вами сегодня Субботкин и... Кряков, мазафакер! Да, и сегодня мы будем что делать? Грабить мазафакер банк, который давай. Задолжал мне кучу бабла. И мне тоже, давай! Давай вернем нашего баблинского. Чёртов Гейб Ньюилл зал... это... Короче, он падла, он... Где маски? Где мои маски? Да. Так, я Реди. Почему я джоинг так долго? Что за Даллас? А, Даллас это... Даллас, я Чейнстейн. Ну, это типа группировки там, не знаю. Почему или... я не Чарли, я не знаю? Почему Даллас? Какой-то отстойный. Волф, что за Волф? Опа, а чё мне с управлением? Что делать? Я не знаю, как играть. Да подожди, сейчас помогу. Ты на сантехника похож. Саня, у меня проблема, я двигаться не могу. Ты на сантехника похож, мокасина. Попробуй, не знаю. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Блин, почему я не могу двигаться, блин, что за бред? Он зовет нас. Да, блин. Я не знаю, что со мной, почему не могу двигаться. Стеб, блин. Это все Гейб Ньюилл. Пойду грабить бести. Блин, может перезапустим игры? Давай я тебя, короче, я на плечо возьму и как манекеном будешь. Давай перезапустим. Давай. Придется лобби пересоздавать. Итак, короче, смотри сюда, давай. Ты где там? Сейчас мы будем по стелсу, наверное. Сантехник. Может всех с протараним, не? Да не. Да нафиг тарань, давай по-тихому все сделаем. Короче, смотри. Берем, нафиг вырезаем, пролазим. Так, камеры тут нету. Money. Так, кто берет дрель? Я чертов нигер! Почему у меня цвет рук черный? Цвет рук? Да, ты нига немного. Немного? Ну ничего. Так, как брать сумку? У тебя большой член зато теперь. Я там думаю. Так, ладно, а ну, пошли через верх, сейчас через верх пойдем. Подлюргивает, так, погнали. Как бегать? Так, а у меня вообще нормально. Как бегать? А ты не можешь, у тебя просто мешок на спине, из-за этого тебе тяжело бегать. А что у меня в мешке? Дрель, которым мы будем взламывать сейф. Человек сосед. Так, возьму досочки. Вина нам доски. Почему я взял доски, а не ты? А. Я это доски. Общее, да? Это доски, чтобы это окна закрыть. Я как бы это грузовой осел, да, у тебя? Ну ты хотел брать, ты взял, поэтому... Ты мне через эту прошел стену. Так. Нортон это кто? Нортон. Оксон. Может имеешь в виду. Оксон? А, ну да, Нортон. Волф. Хорошо, Волф, кто это? Знаете, эти всякие группировки. Нига. Опа там, охранник, тихо. Мочим? Да нет. Мочим? Нет. Да не вали, сейчас подъебешь только. Потом полицию... Ты что? Он не за... Метил меня? Что ты? Что? Ты его убил? Да. Тихо, сейчас запалят. Наверх, поднимайся, наверх. Или давай, стой тут. Я не знаю, куда идти. Иди, подожди, иди ко мне. Бросай себе мешок. Как его бросать? На Г. Чёртовы технологии. Куда ты его кинул? Капец. Как же? Извините меня больше преступлений. А теперь немного черной магии. Черный как этот фон. Он открыт. Я беру бабло. В смысле? Как? Саня, что? Ты же внутри? Я не знаю. А выйти можешь? Давай. Как? Давай, мешок. Как ты внутрь заходишь? Что? Это магия. Ведьма! Ведьма! Как? Он у меня открыт, эти тупицы его открыли. Короче, давай все деньги, мешки там были и все. Разошел. А у меня мешков-то нет. А есть. Что? Меня газом шерн драхнул. Они подожглись. Слышь? Смотри, деньги кто? Горят. Как? Деньги горят.
Что? В смысле? Нет, только не наше бабло, вы чё? Да, я все на камеру записываю, за ячейки даже не могу открывать, а нет, могу. Можешь, только ты их долго будешь открывать. Все равно мои ячейки. Короче, открывай, пока мы открываем сейф. Да почему? Я не знаю. Я магист. Да, Сань. Жать. Черт, я убил девушку. Так я, короче, вижу открытый сейф и такой не растерялся, захожу, и там такой, деньги. Всё забираешь, правильно делаешь. Они подожглись почему? Сэндвич? Сэндвич в ячейке? Не удивляйся, я уже это... Я там много чего находил уже. Я не знаю. 15 лет. Водки какие-то. Вон наш банк. Всё. Ну это что за камера там? Я не знаю. Я только сейчас через стенку увидел. Лежать, сказал. Она снимает, как денежки берет. Банку. Чувак, я выполнил задание. Сейчас подожди, сейчас мы тебя откроем только. А чем я открываю? Руками? Да нет, у тебя есть эти открывалки. Йоу, мужик, я горю. Отмычки. Чёрт! Вот, поднимай меня нафиг. Ребятки, я пришел на выручку. Уходите. Вот ты ж пошли, Нортон, класс. Ах ты ж. Фокс-то. Почему ты Нортон его называешь? Он для меня Нортон. А ну выше на пол, мразь. Ах ты ж. Капец, помню. Это, что там, сколько? О, вовремя я подошел. Самое интересное, почему? Я не знаю. Ну, Сань, но это очень везучие. Где баблосики? Ты сейчас ну, откроешь сейф, на столе и нету? Так будешь подкрасить. Просто не будешь заливаться смехом, что это все. Сань, ты, их что, там нету? Денег? На столе. На столе? Они горят. А почему? Я не знаю. Я отошел, поставил камеру. И они горят. Да. Блогинг требует жертв, называется. Короче, мы это должны сейчас убегать. 54 метра, видишь? Так подожди, убежать. Я должен как-то внутрь попасть, забирать деньги. Я не могу, как ты. Саня, подари мне это, да, пожалуйста. Я не могу, я, короче, зашел, увидел и зашел. Ой, зашел, увидел и зашел. Я хочу себе пулеметик. Да, опять эта дверь сломалась, заколебала. Какого хрена? Короче, я не скоро попаду к тебе внутрь. А фотки, они ценные или что? Я не знаю. Если это фотки президента, возможно, ценные. Фотки Обамы, блин. Кто держит в ячейке сэндвич? Я не знаю, там походу там охранник заходит похавать чисто так, в мышку. Чтобы это начальник не спалил там, не наругал. Подожди! Я сбил еще одну дверь. Опа, снайпер там. Что я делаю? Я три. Да убейся ты об стенку, заколебал ты. АВПшник. О. О. Нет, о. Он закрылся. А, нет, он открылся. А, реально? Кстати, что ты сделал? Ты зачем бабульки прогорел? Забирай деньги, пока не сгорели. Давай, выкидывай мешок через это. Наружу выкидывай мешок. Я дам. Давай, выкидывай наружу быстрее. Подожди, был стол. И, короче, стол... Был стол, сгорел. Стол... Почему щит? Так, Саня, ты не выкинул наружу. Подожди. Бери быстрее, давай наружу. Я дамагаю. Саня, это пипец, что наружу творится, я не знаю. Го, потом на оверкил. Да ты чё? Я вытащу. А, ну да, магия. Иначе сколько их там,
Юра хотел уже позвать. Юра, блин. Юра, блин. Нам нужны больше людей. Да, обалдеть, сколько их. Сева, нам не выжить. Пиши завещание. Пока я жив, мы выживем. Кто меня мочит? Да что за... А, снайпера. Бак. Все, Саня, будь осторожен, я... Тебя посадили в тюрьму! Я не скоро вернусь. Почему так сложно? Я же стыд! Черт. Саня, справа. Surprise, motherfucker. Сзади. Поднимайте меня, дебилы. Батька хочет жить. Feel life. Они бесполезны тогда. Я не знаю, зачем это. Нет. Блин, ребятки, вы можете меня прикрыть, не? Мне нужны патроны. Я выхожу. Так, давай, Саня, прорывайся, я их. Я не... иду на таран без патронов. Вперёд, он, знаешь, через завод полез. Спайдермен. О, щит. Я почти дошел. Сейчас я тебя подыму. Саня, мы заберем деньги, чтобы это нам не было. Жизнь не лишняя. Что-то они все в страху. Засел ты тут. Чёрт. Ну. Сдох ты, громила. Чёрт. Положили? Опа, мешок забирает, мешок, ну его забирает. Кто украл мой мешок? Стой, Сань, пока. Почему Хортона посадили? Хортон, живи, идиот! Волфа нет! Ничего нет! Сева, что делать? Палим! Почему Волфа посадили? Он не преступен. Не преступлен? Преступлен. Тупой он. И чё, они там, они могут и сюда залезть? Ага. Я буду бегать. А ну подожди, нажми двойку. А ну нажми двойку. Я так думаю. Не, Громила, у меня есть пушка, я вас пользуюсь. У него, кстати, дрободан вообще-то ещё. Оно у меня всегда было? Да. Ты прикол, эмочка у тебя всегда была. Там снайпер, осторожно. Хортон, живи! Блин! Блин! Я застрял! Охренительно! Он косой. Это жесть, Саня, это полная жесть. Кто она? Ва, меня не словить! А где? Слева! Задницу его! Давай на нормал пошли, ну нафиг! Ааа, ладно. А теперь как делается все по-нормальному? Лобоном! Так. On the ground! Ударь его! Сейчас я его свяжу. Все. Что ты делаешь? Приседай. О, да, детка. М4. Я выпущу свою М14. Оно, Саня, используй силу проникновения в двери. Что ты? Больше не работает моя магия. Чёрт. Господа уважаемые. Лежать. Господа, лежать. Здесь работают профессионалы. Ваши деньги теперь в безопасности. Ты действительно сказал, да? Get down! Кому нужен вообще стелс? Да. Неинтересный. Стелс для лохов, да? Стелс для самих. Ага.
как в Хитмане особенно. Ага. Что там с дрелью? Что там дрель? Дрель? Ты нормально? Ты нормально. Саня, если заканчиваются патроны, зови, я это оставлю мешок с патронами. У тебя типа скилл такой, да? Не, у меня есть мешок патронов. Ну там просто понимаешь, там каждый распределяется на то, там есть медик, типа, один с оружием, другой это отвлекающий. А я кто? Ты пока просто. Кряк. Я просто кряк. Да. А так, я уже патрончик. Пошла тяжелая антилегия. Так, 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 тихо. Чё-то я на улице, никого нет. А вот бежит менеджер. Стоять, менеджер. Нифига, я в окно. Говори, где Гейб Ньюэлл. Это его банк. Ага. Это Авеню 23. Ребята, ну вас нафиг. Я пошел домой. Где, что, он, где, что? Поди. Саня, где? А чё ты не сказал, что у нас в доме гости? У нас гости, меня вообще не зря. Блин, ты по дому бегаешь и не говоришь. И сам не извините, что так. Да я вообще, я ещё не. А ты посмотри, к нам гости что-то прибегают. Чай выпить. На тебе, бред, боссовская пиздите. Какой-то скудный банк. Банк. Я хотел белый банк. Он наш теперь, Саня, он теперь наш. Этот банк. Весь в пулях. Надо его теперь защищать от гостей. Мы не дадим этот банк ни за что. Блин, дрейф помогает. Ну твою мать. Снайпер. Снайпер, ты уже встал. Бывайся с соседнего дома, тебя оттуда тоже не приглашали. Мой сосед Боб тебя не приглашал. Короче, Саня, все это теперь будет банк имени СЖ Крякова. Да. Только надо это планировочку сделать. Фигня какая-то. Почему синий? Что? В смысле синий? Ну, обои синие. Ну, не знаю. Фигня. Почему тут цветочки? Кстати, не могут? Да, не могут. Ну, понятно, что там банк Гейба Ньюэлла, поэтому... Ну, было точнее. О, все, пошли мани брать. Мани. Давай. И патроны возьми тут. Снова поджигаю. Все, погнали. Это уже банк СЖ Крякова. Все, выносим свои же деньги. Свои же банк ограбили нормально. А че, это очень схематично. Зато страховочка понабежи. Почему они умеют меня оглушать, а их нет? Потому что они кидают. Ща. Да чё они перекаты делают? Это мой дом! Они перекаты делают. Ой, чёрт возьми. Heads up, motherfucker! Heads up, motherfucker! Да они тебя, кажется, не спасли. Что, ты не сидит? Да шо ж я в дверной проем уже войти не могу, что за бред. Пускай. Шеф, бегом. Мой мешок, а ну вернул мешок. Сука. Я за тобой еще вернусь, бля. Сука. Он ты. Фокса, сука. Фок, гений. Фокса, ты куда побежал, пиздец? Кидок. Киданул нас. А, все, Вульф. Видимо, он два раза перелез, хотя можно было. Это пипец полный, просто ребят. Просто обойти. Кидалово ты. Да заткнись. Чего ну отстань от моего друга! Да я вам сейчас яйца постреляю. Да ну вот нафиг, ребята. Ой. Саня, у них пукан бомбанул. Меня, походу, лагает из-за их бомбану. Из-за их пуканчиков? Походу. Нифига, сколько их там. Я вообще не как можно, все. Где-то не в драку. Спортом.
спустил газ. Мы сделали что порно? Походу, видишь. Блин, я раз, я их вообще, я не знаю, я еще каких-то таких. Какие-то дошел. Да. Он сумку твою хотел украсть. Это кто еще кого обворовал? Это сука. Он пытался тебя обворовать. Это сука. Деньги. Мои деньги. Наши деньги. Наши деньги. Это же банк имени СВДжея Крякова. И мы забираем свои деньги. Деньги, деньги, ну его. Которые наши. Так, сколько там еще мешков? Там еще два мешка. Сейчас станем их быстренько так краданем. Под что? Вайтинг, что? No ну ладно, тогда вот так. Банк Хейнс. Ну и что? А ну? Я теперь могу, наверное, купить сейчас, что-нибудь? Сейчас, подожди, сейчас калкулейтинг. Сколько тебе там спендинг кэш? 28 вроде, не? Нет, 28 750. 28 750. Ничего, нормально. Коту, но ничего не надо было отдавать, как и Максу. О! Что это? Это вы, это, нажми любую карту. Получишь что-то там, подарок. Маска. Не дашь. А я че? О, у меня рисунок на маску. А у тебя сюда на маску. Идиотизм, буду сейчас свою маску красить. А тебе надо маску получить сначала. Окей, ребята, всем спасибо за внимание. С вами был Всего Субботки, NSVJ и... Кряков. И мы забрали все, что мы хотели. Да. Да. Мы не будем останавливаться потом на овер... Как называется этот режим? Оверкилл. Оверкилл сыграем уже прокачанный немного. Угу. У меня будет дробаш. Угу. Будешь всех крашить. Да. Обрабатывать. Окей. Кому понравился видос, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И то же самое. Да, на меня, на Саню подписывайтесь и лайк ему тоже поставьте. Всем лайки. Нам лайки. И делитесь с друзьями, чтобы они тоже посмотрели, как мы свои деньги забрали. 28 тысяч, а пушка стоит 43. Ты не займешь? Если мог бы. Ладно. Всем пока. Ну, короче, всем пока. Да. Yeah.